Ну вот, с сегодняшнего дня мы можем гораздо безопаснее себя чувствовать на улицах нашего города. В Ренийском городском совете в этом году была разработана и принята программа «Безопасный город», на реализацию которой из бюджета выделено около 200 тысяч гривен. Устанавливаем систему «Безопасный город» на важных перекрестках города, на въездах-выездах из города. Устанавливаем IP-камеры, которые регистрируют входящий и выходящий трафик, препятствуют правонарушениям. Ну и, собственно говоря, буду помогать местным органам, так сказать, правопорядка, препятствовать преступлениям в городе. И, следственно, уже причиненные преступления раскрывать более быстро, удобно, потому что будет видно передвижение преступников по городу. По сути, все ключевые перекрестки будут перекрыты. По проекту в городе Рени установлено всего 15 камер видеонаблюдения. 4 из них на въездах в город и 11 на самых оживленных перекрестках. Мы были привлечены в этом проекте в качестве субподрядчика по обеспечению подключения этих камер, потому что предприятие, которое устанавливает, это одесская компания «Когорта Групп». У них большой опыт был по воплощению таких проектов. Мы выступаем в качестве субподрядчика, предоставляем волоконно-оптическую сеть. Full HD камеры 1080p, вот для примера показать. IP-камеры работают по местной вашей сети интернета. Предоставил нам ФОП Хаджимити каналы. На удивление очень хорошо работает все. То есть, по крайней мере, если сравнивать, мы монтировали в Белграде похожую систему. Качество намного лучше получается. Камеры ночной съемки видят ночью, днем. Снимают машины, номера видно. По словам Александра, в Белграде недавно таким образом была задержана группа мошенников, которая демонтировала на кладбище металлические конструкции на гробе с целью сдачи их на металлолом. Номера машины хорошо увидели видеокамеры, и преступники были тут же задержаны. Данный проект вообще был задуман, предложен городским властям в 2012 году. Но, насколько я понимаю, просто тогда бюджет не позволял, другие планы были. Сегодня бюджеты у нас позволяют. Вы же видите, что у нас в городе делается. Поэтому дали добро, и проект пошел. В данный момент мы регистрируем трафик въезжающий-выезжающий, но в будущем по программе будет установлена еще программа, считывающая номера, которая будет в угнанные машины показывать. То есть, если машину угнали на территорию города, пытаются выехать, или наоборот, попала в базу машина с угнанными номерами, то в милиции будет сразу звучать звуковой сигнал, визуальное подтверждение, фотография, то есть машины. И сразу можно будет план перехвата устраивать за счет камер, стоящих по перекресткам, куда она поехала и зачем. Мы поинтересовались, будет ли работать система «Безопасный город» в случае отключений электроэнергии. У нас на головной станции, где находится вся аппаратура, у нас два ввода. Основное питание и резервное. В случае отключения в центре на Ленина, ну на Соборной, есть резервное питание со стороны Шевченко. Дальше, если отключается Шевченко, у нас есть аккумуляторы, которые могут 3-4 часа работать. Если они уже выходят, как бы питание заканчивается, запускается генератор. Кроме этого, как объяснили одесские специалисты, сами камеры имеют аккумуляторы и могут работать около суток в автономном режиме. И, конечно, всех интересует, кто будет отслеживать ситуацию на улицах города. Изображение видят полиция и в кабинете мэра. Самое интересное, что информация с видеокамер дублируется в интернет-хранилище по так называемым облачным технологиям. Это дает возможность даже в случае полного уничтожения локального сервера легко восстановить всю информацию. Сопровождение будет со стороны компании «Когорта», которая будет всегда консультировать, поддерживать, потому что у ребят очень богатый опыт по работе в этой сфере. Они в Одессе работают, по всей области, я думаю, что даже вообще юг Украины, наверное. А здесь, в городе, значит, обслуживает наша компания, Ренийские кабельные сети. Очень в работе помогают, радуют нас, очень службы местные помогают, мэрия, все, ну, максимальное содействие, то есть, ну, приятно. По крайней мере, ну, мы сколько работаем, по Болградскому району много где устанавливали эти системы, по селам, по городам, ну, собственно, в самом Болграде тоже. То такого содействия, ну, еще не было. То есть реально нам приятно работать.